Слушай, а реально сотка там. Вот сейчас я дверь открыл, и там спадать начало. А было больше 100. Офигеть. Хороша, банька! Опа, чики-мэн! О, хороша! Слушай, бля, вообще нормально шпикает. Не ожидал я, что так будет сильно. Я тоже. Снежинки таяли! Вот так вот, ребята. Пацаны! Мобиба рулит! Пацаны, вообще, ребята! Ой. По прозрачному льду ходим, так ты. Сайт,
Выпипан.ру. Да ты проплаченная шлюха. Я тварь конченая. Я пошел. Ух, она едет. Ну что ты скажешь, ребят? Я скажу, ребят. Угу. Классно. Ребята. Ребята, какова? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да? Начинается. Вывод сделай, пацаны. Вывод? По выезду по сегодняшнему. Ребята, не стесняйтесь отдыхать. Не стесняйтесь этого. Отбрасывайте все. Сомнения. Сомнённого нахер. У кого что есть, какие возможности. Баню. Природа. Мобильную устроить. Ну да, мобилу классно. Ну да, стоит она денег. Вот. Но скинулись вчетвером, впятером. Мы вдвоем скидывались. Да. Взяли мобилу. И вообще без безера отдыхать. Присоединяемся к словам пацанов с Урала, что если даже вот она за один раз сломается, этого одного раза вот так вот она своих денег окупает. Однозначно. 100%. Даже тут даже думать не о чем. Это просто вот такая вот вещь. Даже пусть не мобиль, даже просто он там эту туристическую обычную баню там. Любую пускай. Баню мобильную. Да. Абсолютно любую. Вот. Ну, мобиба как бы это вот. Вот она у нас есть, у нас как бы свои собственные впечатления. Это топ. Это да, вещь. Палатка просто великолепная. Да, есть некие вопросы по печке. Но все эти вопросы решаемые. И даже, в принципе, не решая никаких вопросов, вот она у нас год уже прослужила, да? Или когда? Ну да, мы в прошлом же году взяли зимой. 2 года. Ну, второй год. Вот, за год мы ее пользуем. Мы особо, так скажем, не заморачиваемся по ней, там, по обслуге или что. Ничего мы с ней не переделывали. Ладно, как короче. Есть она, так и есть. Давай, пацаны, пока. Всем жить в кайф. Отдыхайте, природа, и все, пока. И не стесняйтесь, короче. Ну и все.